Хиллари Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии, проголосовала на всеобщих выборах на участке в городе Чаппакуа, расположенном в штате Нью-Йорк. Вместе с Клинтон свой гражданский долг исполнил ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон. Сторонники Клинтон скандировали: «Мы верим в ее победу». Отвечая на вопрос журналиста, Клинтон отметила, что испытывает чувство смирения. «Понимаете, я прекрасно осознаю, какая огромная ответственность лежит на мне со всем этим, и как много людей рассчитывают на исход этих выборов, столь важных для нашей страны. Я буду делать все лучшее, что смогу, если мне будет сопутствовать удача, и я выиграю сегодня». По итогам опросов общественного мнения, опубликованных в день голосования, Хиллари Клинтон и ее оппонент, республиканец Дональд Трамп, пользуются практически равной поддержкой избирателей. Таким образом, однозначной картины не складывается даже в этот день. Если победу одержит Хиллари Клинтон, она станет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов. Откроет ли Клинтон новую страницу в истории США, станет известно в считанные часы.